Что ты говоришь там, не понял Дед Мороз? Чтобы я приготовил блюдо из самых простых продуктов, которые есть у всех в холодильниках? А ты-то откуда, хотя каждому приносит подарки, само собой. Хорошо, вопросов нет, просьбу принял. Ребзя, всем привет, вы на Ивлев Шеф Ченнел, с вами шеф. Вы сейчас все лентяи, это очень хорошо, Дед Мороз это одобряет. Он мне сказал, чтобы я приготовил блюдо из тех продуктов, которые есть у каждого гражданина России. Лаваш. Творог любой жирности, это 9%. Сыр, яйцо, салями, сливки, оливки. Есть же у всех, правильно? И что из этого будем делать? Конечно же, что-нибудь печеное. Потому что я читаю комментарии, вы мне постоянно пишете, в том числе, что шеф, помимо нажористых супов, того, сего, десертов, приготовь пироги, пирожки, запеканки, шмеканки, ну, что-нибудь из теста. Хотя при этом, чтобы тесто в том числе не использовать. Ну и, пожалуйста, ваше мнение вместе с желанием Деда Мороза исполняю. А как иначе-то? Мы с Дедом Морозом на коротке так-то на всякий случай. Берем творог. Как я и сказал, да? Хорошенечко всю я эту историю вот так вот мешаю. Яйки тоже сюда сейчас все разбиваю. Да, вот так вот, сыра побольше, классно. Оливки тоже вот сюда вот. Прям всю эту историю закинул. Вы посмотрите, какая красота получается. Теперь все это мешаю. Оливки из чего можете даже порезать. Сейчас такое настроение, на самом деле, после Нового года. Что-то как-то дома все так прекрасно лежится, наслаждается. Хочется делать минимум, а получать хочется максимум. Конечно, если хотите лаваш, можно и руками рвать, но моторика тоже уже никакущая. Лучше всего резать, по крайней мере, мне это сподручнее. Итак, нарезаю вот на такие вот ленты. Видел я тут в ТикТоке братцев-китаёзов. Они со своими этими мечами рыцаря-джедая укладывают гигантское количество, там что-то не кладут, сыр, шмыр, тому подобное, а потом всю эту историю режут. Вот и я тоже самое почти вот такую же колбасу сделал из лаваша покойника вот так вот нарезаю. Не обязательно прям гипертонко. Вот так вот можете все это нарезать в стиле широкой лапши. Буду надеяться, что нож после этого не надо будет выбрасывать. Останется острым. Хотя надежда умирает последней. Слушайте, это не так легко резать на самом деле такое количество лаваша там. Нарезал. И теперь вот сюда все это вот так вот я всю историю выкладываю. О, салем-то вообще, смотри, как легко режется. Раз, раз. Матрас, ну дай хоть раз. Добавляю вот сюда вот сливки. Нам теперь надо все это перемешать. Запах очень хороший, необычный, очень вкусный. Вот обязательно, чтобы это все перемешалось. Для этого я возьму еще силиконовую лопатку и вот так вот прям снизу, вот так вот. Вот это крутяк. Я беру форму для, соответственно, выпечки, разъемную. Выкладываю сейчас все вот эту вот историю сюда. Вот так вот трамбую. Выравниваю, что немаловажно. И обязательно, так как мы это будем запекать, чтобы у нас не было ненужного запаха от маленьких кусочков. Вот так вот протираю салфеткой. Вот такая вот история у нас получилась. Я сверху добавил небольшое количество оливкового масла. И пошла. Все, почти. Вырубаем, открываем. Вау. Вау, какой дружочек, пирожочек. Вы уже знаете по старой шефской традиции, вот такие вот вещи, они должны постоять минут 10-15, для того, чтобы отдохнули, остыли, все там поженилось, ну и я потом спокойно тогда раскольцую пластилин пирогов. Слегка вот так вот проходим, вот так вот аккуратненько открыли. Ребята, это просто сказка. Такая песня была, помните? Это не сказка, это не сон. Он, конечно, быть откровенным, до конца еще не остыл, но это не мешает мне просто-напросто взять и отчекрыжить один кус манечек. Уж больно хотца. Куда она? Куда она? Блин, кто там, Ричи, что ли, я понять не могу, так вырос, а? Черт побери. Друзья мои, это нереально. Запах. Взрыв башки. Надо пробовать.
Как хорошо, что меня не видит Лера. И как хорошо, что я выполнил пожелание Деда Мороза. Попробуйте. Обязательно чай сделайте. Сладкий. Это очень вкусно. Пишите, насколько понравился вам этот пирог, и хейтерам в том числе. Вы перед тем, как... Просто постарайтесь это приготовить и попробовать. Всем пока. До новых встреч. Увидимся очень скоро. Настало время объявить результат конкурса. Все знают, что Гордон Блю переводится как «голубая лента». А вот отсюда вопрос. Ответов и участников было очень много, за что вам отдельный респект. Но победитель у нас один. И это... Мои поздравления.